48% из числа инвалидов, имеющих к труду, показания к труду, трудоустроены. Для расширения их занятости пересмотрены квоты трудоустройства. Предусмотрены преференции в области государственных закупок. С 1 января следующего года внедряется механизм субсидированных затрат работодателей, открывающих специальные социальные рабочие места для лиц с инвалидностью. И эта работа будет продолжена в рамках программы содействия занятости и развития массового предпринимательства. Для усиления социальной интеграции лиц с инвалидностью с 2009 года по поручению главы государства начата поэтапная модернизация службы социального обслуживания. За прошедший период полностью служба демонополизирована. Сейчас наряду со 110 домами-интернатами более 100 неправительственных организаций субъектов частного сектора оказывают услуги. Ими охвачено почти 6 тысяч человек.